Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games, и мы продолжаем с вами, короче, этого псоёбса грёбаного. Это Ник, и это Скрайер, который, падла грёбаный, нас не хочет нормально с нами работать. Я, в общем-то, как бы... Я понял, как тут надо сделать. Нельзя, не надо. Блять, я тут первый раз так классно прошел, блин, все так нормально, без тревоги, без ничего. И тут херак, и она зависла, прикинь, игра зависла. А сейчас иду, они бесконечные уже вдвоем. То есть был один, а то стало два. Да никого, действительно, чувак, где ты? Типа вот так, смотри. Берем этого. Где второй, не знаю. Блять. И нажимаем... Блядь, тут аптечка. Вот так. Блин, а там было... Это гном. Гном, там супермиссия какая-то. То есть не супермиссия. Убирайся из моей головы. А этот? Ну я его не забрал. Ладно, там между контейнерами был. Да мать его, ёб, блядь, мне пройти да нахер вообще. И все. Так, давай выпьем немножко вот этого, хоть маленькую. Есть кто? Нет, никто. А чё, нажми кнопку. Фух, в общем... Ва, заставочка. У него всегда были пси-способности, те, которых нет у меня. Но этот проект все изменит. Нужно забрать у него часть монолита. У меня есть план. Я его верну. Я улетаю в Гонконг. Посмотрю, как идет процесс объединения монолита. Нам необходим объект Луна-1. Закончи работу. Или марионетки сделают это за тебя. Такой здоровый. Вот и нахера такие чуваки вообще нужны? О, видишь, карточка выпала. А, я уже заметил, что мне надо делать. Ой, а почему, короче, у него все способности у нашего Ника, этого грёбаного Скрайера, тот, что, блин, криво-кривой, как жопа. Это. А у этих по одной из пси-способности. Вернитесь через отгрузочный док, конференц-зал, и пройдите в тренировку. Что? Назад, хотите сказать, петлярить? Я и шел вперед, чтобы пойти назад. Взял карточку. Блять, дверь, откройся. Сука. Блять, дверь, откройся. Сука. Я тут что-то пробежал такой. Ядрить, твою мать, опять через доки херачить, где, блять, бесконечные чуваки. О, вы издеваетесь. Это уже все. Это уже край. Там у нас есть наверху аптечка. Там никого нет. Ноги не сломаешь? Вот тут у меня такой хиленький. Блять, сломает же ноги, ну. А если вот так? Да все равно сломал. Да что ты за мудак такой? Тихо. Мне надо вернуться тупо назад? Где этот? Блять, вон он гуляет. Там сверху есть аптечка, но у меня вроде аптечки забиты. У меня псишек мало. Ладно. Так, ты. Ты как тут будешь гулять? Ты куда идешь? Слышь. Блять, надо его как-то заарканить. Блин, у меня псишки мало. Но он все равно идет. Фу, тихо, я вот так. Оп! Смотри, как четко. Вообще, короче, восстановил прям. Так, смотри, мне надо... Они респавнятся? Блин, а мне надо. А чё мне надо? Мне на не... Тихо. Или они уже не респавнятся? Это хорошо. Смотри, мне нужен контейнер.
Мне нужен контейнер. Аккуратненько. Опусти его аккуратно, Ник. Ты же умеешь. Во! Ха! Отлично. Сюда. Да неужели они не респаунятся? Я понял вот еще в чем прикол. Если здесь респаунится какой-то мудак, постоянно вот берет, блядь, сука, и респаунится. Вот. Здорово. То значит он тебе нужен, как бы сказать, ну что-то сделать с ним надо. Блядь. Хотел прыгнуть, а он что-то не прыгнул. То есть, если он постоянно респаунится, значит вам надо его заарканить и что-то ним сделать. Им это, этим чуваком сделать. Я вот что понял, да. Потому что они просто так не могут респауниться. То есть, если я его убиваю, а мне надо, получается, залезть к нему в мозг, стать там, и чтобы он кнопку нажал. А если я его убью? Ну, то есть, я его убью, правильно? И все, я кнопку уже никак не нажму. Поэтому он и респаунится, ну. Вон оно как. Так что, тут пройду? Да пройду, конечно, что я не пройду. Может, здесь какие-то еще секретутки есть? Ну, дуй их нахер. Мне нужна контрольная точка, срочно, я прошел очень сильно. Ох ты, смотри, какие текстурки, да? Ну здесь, да, можно было не рисовать. Блядь, я не застрял. Нормально. Так, вот тут спокойненько могут быть противники. Ага! Сука, аж двое. Эй! В яйца! Блядь, дурак. А есть этот? Бочка. Бунь! Ладно, псишек немного потратил, но зато живой остался. А я вот тут могу вылезти, да? Смотри, он же лазит везде. Там у нас никого. А мне куда? Мне надо что-то вернуться туда, вернуться сюда. Блин, он так падает, как будто бы он реально ноги ломает. Я с тебя не могу высосать. Не, могу, смотри. Ладно. Вернуться на вертолет со стороны. В тренировочный зал со стороны вертолетной площадки. Так, мне вот сюда тогда. Я вышел, подожди. Вот. Не, подожди, тут ничего нет. Тут есть псишка. Давай я ее заберу. Чтобы она тут не валялась. Хотя, может, она мне потом и пригодится. Тут ничего нет, значит сюда. Я не помню, куда мне идти. Я же пришел отсюда, мне если вертолетная. Блять, это музыка. Я уже думал, кто-то бежит. Тихо, быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Оп! Да, блять, хорош его, хватай. Так и ничего не делай. Есть еще кто? Потрошки вижу. Блин, тут оружием вообще бесполезно пользоваться. Оно... Что за звук? Спасибо. Тихо. Конференц-зал. Снайперка. Так, спокойно. Мне ж сюда? Вот противники, прикольная штука. Я тут прошел уже, они зареспаунились, то есть. Ну нет вроде никого, да? Так, тут псишка, смотри. Есть. В ящиках вроде ничего нет. Но мне, если назад, то назад. Вот тебе вертолетная площадка. Где тренировочный зал? Так, тут у нас эти блядские фонари. Вот это? Так, подожди, какое это? Я только что отсюда. Куда мне? Ой, сюда угадал, смотри. Сегодня прям что-то прет. Баба! Баба! Да, блядь, ты так не пугай, а то пристрелить могу. Да, я могу убить тебя. Да, легко вообще. Ты идешь на завод? Ты идешь на завод? Ты чё? Эй! Об объекте Луна-1. Он разыскивает тебя. Женщина, что с тобой? Я думаю, что ты должен доверить объект мне. Он может схватить тебя. Он сильнее, чем ты думаешь. Что-то она вообще не то. Ты ведь не говорила, что Барретт был моим другом? Правда? По-моему, говорила.
Я об этом позабочусь. Что-то она какая-то странная стала, смотри. Не понял, что-то тут не то. Женщина, ты с ума сошла? Принять. Сохранить. Достижение. А, достижение, ну это в смысле сохраниться. Ну давай. Может еще хоть контрольную точечку одну возьму. Сложная это такая игрушечка-то, ну. Ага. Один противник. Так, новые цели R. Ну то что цели R? Иди вперед, да и все. Вот тебе и все цели. Так, один смотри гуляет, второй гуляет. Надо не спалиться. А спалиться это мне расплюнуть вообще. Сверху есть кто? Сверху небо есть. Так, там вроде снайпера не видно. Мне не сюда. Ну это понятно. Мне надо идти туда, где противники. В смысле? А тебя же там не было. Ху-ху-ху. Нихера себе. А вот этот снайперидзе, блядь. А какой снайперидзе? Там же нету его. Да возьми ты его. Где-то снайпер стреляет, а где? Аж вон там на вышке. Они, кстати, знаете, что у них еще за беда? Они не мажут нихуя вообще. Особенно снайперы. Снайперы вообще не мажут. Где ты там? Он должен быть где-то здесь. Вот снайперы вообще, я тебе говорю, не мажут ни капли. Вот тот тупо, просто тупо тебя простреливает все время. Ты только вылези. Блять. Почка. Сука, мне надо снайпера снять. Да где этот делся? Не понял, куда он делся. Да хорош гранатить. Ебать! Что за хуйня? У меня вся псишка вылетела. Какого хера? А какого хера у меня вся псишка вылетела? Подожди этого. А почему так медленно? Что за херня? Я два чувака всего поднял, и у меня псишка вся вылетела абсолютно. Ну здесь вообще оружие, я не знаю, надо оно, не надо. Ну абсолютно не нужно. Если есть все способности, оружка тебе не нужна. Так, хорошо, смотри, вам необходимо проникнуть на завод и победить Баррета. Это жирный этот? Мне надо вот так сделать. И мне надо вот так сделать. Я вижу аптечку. Ну перепрыгни ты, но... Ник! Вот ты, блин, скройер... И умели же раньше сложные игры-то делать, ну. А где-то еще псишка есть, хоть маленькая. Там вот тут что-то в этом, в вагоне. Что это? А, блядь, это пушка. В вагоне что-то было, нет? Или это нет? Ой, тихо. А вы тут типа не слышали, да, что перестрелка была, только что масштабные трупы валяются. Нормально, чувак? Ты себя чувствуешь? Иди сюда. Да, блядь, возьми этого. Пипец. Ник этот вообще такой неадекватный. Там я снял, хорошо. Тут уже вроде никого. Да беги ты вперед. Они... Ну как-то... Как-то... А что мне надо сделать? Что там, подожди, мне на склад было на какой-то? На завод и победить Баррета. Завод, так а завод? Что, двери все закрыты-то? А там тоже красненькая, смотри. А ну-ка, открывай. Бэп. Пиу. Нормально. Открывай. Да, блядь, что все закрыто-то? Ну, вон там зеленая кнопка какая-то есть. Ну, так это не кнопка, это перевод стрелок. Мотыльки. Ты. Ты же не кнопка, не кнопка. Тут у нас ничего. Давай покручу. О! Ебаха! Буньк! Я пришел. Это я так захожу в дверь, если чё.
Так, сейчас будут куча народу опять, да? Что там? Угу. Тихо. Ах ты, падла, наверх залез, да? Блин, а вон еще один стоит. Он меня спалит. Полетай. Да ты слышишь. Ты сам дебил, я ничего не сделал. Я просто бочку взял, короче, а ты ее взял и уничтожил. А чего это? Ой, там турелька, еби его мать. Ты чё, турелька? Я не хочу к турельке, нихера. Она ж, блядь, меня укокошит. На разы просто прям. Чё это? А, лампочка. Блядь. Мне нужен железный ящик. Интересно. Главное, что ее нельзя убить никак. Пушку нельзя сбить. Сука, может с той стороны? Ай, блин, только этого не хватало, этой пушки. Здесь же нету... А, был чекпоинт, нет? Дай хоть сохранюсь, что ли. Может, чекпоинт так и был, я просто не заметил. Привет. А ты это самое, тебя уже зашибло? Турелька, турелька. А как их обходить? Я что-то не пойму, как турельки обходить. Они вообще живучие, падла. Ну, тут есть аптечка, хорошо, спасибо. Она мне, в принципе, пока, может быть, и не нужна. Почему ее нельзя уничтожить? Эту турельку. Там вон здесь маленькая псишка, да, но я ее не возьму. Так как турелька меня заепонит. Мне вот эти двери, да? Наверх мне не надо. Бля! Ты не пугай ты так, сука! Я еще даже не вылез, а ты меня уже стреляешь. Так нечестно. Хорошо, тогда я могу, в принципе, вот так вот пройти. Тупо попробовать. Почему на нее ничего не действует? Че я псишкой не могу ее ебнуть? Ух ты, сука, блядь. Дивы, смотри, ничего не могу сделать с ней. Почему ты ее не отрываешь? Ник. Тихо. Рабочий, сука, я вас ненавижу, убивать буду первыми. Твари. Сразу тревогу бегут поднимать. И вообще... Ой, вы достигли контрольной точки, отлично. И вообще им насрать. Я тут, не я тут, блядь. Ах ты, падла, тварь. Бежит уже, смотри. Куда ты бежишь? Главное, я тут стою. Вот и виси там. Я стою тут, а он, блядь, я с автоматом. Ему насрать, что я с автоматом. Он бежит, блядь, в тревогу поднимать. Потому что он в каске. Вот. А в каске, если ты на стройке каску одеваешь, и все, ты бессмертный. Тебе насрать на все абсолютно. Если ты не одеваешь каску, то риск быть ёбнутым. В смысле, не бессмертным быть. Так, тут никого, да? Кнопку. Я нажму кнопку. Чик-чик. Дверка чик-чик. А там что? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, а я тут не пройду. А там же вон проход есть. Смотри, как-то можно туда попасть. Блин, ну вот это ящики вот эти вот собирать, там что-то куда-то пролазить, какие-то секреты. Нахер оно надо? Тут ничего нет. Можно было бы, наверное, туда вылезти. А зачем? Там прохода все равно тоже нету. И там какие-то две зеленые двери, может, я там еще буду? Стой, а что? А, ладно. Что-то как-то управление. Вот, что такое просмотр ауры? Я вот еще не понял. Меня еще не научили. А! А что ты не горишь? Почему он не горит? Ай, здесь звук очень громкий, не слышу ни хера. Ладно. Тебя нажать можно? Можно.
А что ты делаешь? Ага, смотри, остановила. Но мне же можно вниз пойти. Или там ничего нет? Где мои аптечки? Воу, привет. А в этих видишь, какой прикол? Бля, чувак, беги оттуда нахуй. Видите еще какой прикол? Когда он висит в воздухе, когда я его телекинезом арканю, то есть я не могу его... Он может стрелять. Суки такие. Эй. А я тебя убью за это. Давай помахаемся. О, и все. Отлично, двоих завалил. Дай мне псишки, псишки восстанови, блядь. Где, где, где? Да возьми ты его псишку, блядь. Да, летай, летай. Ух ты, Ник, такой неадекватный, я тебе серьезно отвечаю. Есть там что? Нет там ничего, ладно. Ой, лестничка. Зачем здесь такой громкий звук? Вылази. Блядь, два рабочих, сука. Ты падла тварь. Он, блин, стоял возле этого. Выключи нахер. Кто? Ах ты падла. Полетай. Ай-ай-ай-ай-ай. Да как ты жив-то? Как вы живы остаетесь после такого падения? Я-то понимаю, у вас там броньки, все дела. Но мне надо похиляться срочно. Ух ты, падлы, твари, ублюдки, ненавижу. О, смотри, нормально. Кому, мне? Ой, все, контрольная точка, отлично. А я вот и зашел с этой стороны. Что это? И это мне типа там проскочить надо? А, ладно, ребятки, давайте, короче, закончим на этом. Здесь очень шумно. Если будет меня слышно, не будет, не знаю. И продолжим. Там контрольная точка была. Так что всем спасибо за просмотр. Ссылки будут в описании. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии, блядь, этого гребаного Ника Скрайера. И всем до встречи, и всем пока.